Вот она, наша знаменитая протвинская мельница. Многоэтажное здание. Внутри перекрытий уже нету. Немножко изрисованное. Стоит уже полтора столетия. Памятник культуры, архитектуры, а может и нет. Вот так, раз, два, ну, по крайней мере, четыре окна вверх. Ну, кирпичи крепко сделаны. Варвары. И время не смогли разрушить их. Не я один хожу здесь. Так, раз, два, три, четыре, пять. Пять этажей. Вот она, перекрытия нет уже. Вот она, наша достопримечательность. Народ приезжает. Улица. Вот она, наша мельница. Кто не видел, приходите, недалеко от Протвино, рядом. Welcome, спасибо всем за внимание.